У нас сегодня задерживают людей обыкновенных, понимаете, обыкновенных. Я вам сейчас приведу пример. В Тульской области девочка нарисовала картинку, и воспитательница, она подумала, что там идет дискредитация. Отца арестовали, а девочку в детский дом отдали. Вы считаете, это нормально, не пойму? Так что? Вот я про это и говорю. Поэтому это типичная хлократия. С них спрос должен быть вдвойне, втройне, потому что публичные люди, так они в массы несут информацию, и на них равняется молодежь.